Вы знаете, меня попросили сделать одну вещь, сейчас уберу. Я сейчас вообще спущусь туда. Меня попросили после, перед тем, как спеть заключительную песню первого отделения, чтобы я ушла отсюда. Насвояси. Насвояси — это к Александру Трогушу туда, и оттуда что-то понаблюдала. Ну, я, конечно, человек взрослый, понимаю, что, видимо, какой-то будет сюрприз, ей-богу, не знаю. Сейчас я к вам приду. Сейчас, сейчас. Сегодня весь Петербург, вся наша большая страна, большой концертный зал «Октябрьский» и верные друзья поздравляют вас с днем рождения! Thank you.
все рядом, и очень нам приятно, и очень вам приятно. Руководитель Большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Васильевна Лавринович. Дорогая наша любимая Леночка, мне кажется, сегодня праздник прежде всего нашего коллектива. Потому что именно здесь, на этой сцене, произошло становление этой блистательной артистки. И мы очень рады, Леночка, что ты никогда не забываешь об этом. Потому что по первому нашему зову Лена бросает все и прилетает к нам. Так получилось, Ленусик, что ты родилась такой... Твой день рождения вчера, 27-го, и ты родилась такой замечательный, святой праздник для Ленинграда. Это день полного освобождения Ленинграда. И поэтому... А на следующий день мы празднуем твой день рождения. И поэтому тебе не удается даже за праздничным столом посидеть дома, потому что то, как ответственно... Ответственно готовиться, Леночка, к своему концерту, встрече с вами, это, ну, я не могу рассказать все подробности, но это действительно так. Для нее сегодня это все. Но мне кажется, нет большего счастья для артистки, чем праздновать свой день рождения в кругу самых близких, самых дорогих, самых-самых-самых настоящих поклонников. Уже поздравил себя и поздравил от имени губернатора Санкт-Петербурга, но Георгий Сергеевич Полтавченко попросил меня поздравить не от губернатора, а поздравить лично от него, как от поклонника, и вручить тебе цветы. Поздравляют твои коллеги. И сейчас я объявлю поздравление от человека, который для тебя очень много значит. Это наша легенда, наша гордость. От народного артиста Советского Союза Иосифа Давыдовича Кобзона. Вот эти прекрасные розы, искренне, с поклонением. И он просил, чтобы тебя мы вечером сегодня поцеловали все. Представляете, все 4000 зрителей зала. Целуем всех. Ну и, конечно, конечно, поздравления и цветы от нашего истинного петербуржца Александра Яковлевича Розенбаума.
вокалист, вы сказали, кто лучше спел бедушного вальса, правильно сделали? Так вот знаете, кто хорошо говорит? Прямо Васильевна. Вот я сейчас стояла и понимала, что мне учиться говорить дипломатично, правильно и от души. Я первый раз, кстати, знаете, я его первый раз увидела, что Марина Васильевна потеряла наши слеза. Я в шоке сейчас стояла. То есть я вам представляю, до такой степени искренне. Фу, сейчас. Папа, бабушка, вы видели от Кобзона цикл? Ничего мне больше, кстати. Вы говорите? Александр Яковлевич, очень уважаю. Да мне вообще, знаете как? Я сейчас скажу про Нору, я верю, я вижу. Потому что мне, смотрите, где сейчас язык отлично. Все равно, от кого получать цветы. Это все равно. Давайте, ребята, когда вы начинаете, я буду петь, сейчас что успею возьму, потом допою я и загребу все остальное.